Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Объектив» Новоуральской вещательной компании. Сегодня вторник, 18 июля, и в этом выпуске. Опыт Иннопрома в помощь. Владимир Путин по предложению Евгения Куйвышева подключил МИД Российской Федерации к заявочной кампании Екатеринбурга на «Экспо-2025». Новоуральский городской пляж – один из лучших в Свердловской области, который ежегодно подтверждает это звание. Итоги рейда ГИМС. Почти век они на страже нашего спокойствия. Сегодня 90 лет исполняется системе государственного пожарного надзора. Малыши строят дом и выращивают деревья, правда, пока игрушечные. В Новоуральске красочно и весело прошел картонный фестиваль «Детям разрешается шуметь». Мелодии лета звучат в Новоуральске. В детской школе искусств идут концерты. Играют выпускники музыкальной школы. Теперь об этих и других темах подробнее. Министерство иностранных дел России по поручению президента поддержит заявочную кампанию Екатеринбурга на проведение в 2025 году Всемирной универсальной выставки «Экспо». С предложением поддержать заявку глава региона обратился к главе государства в ходе рабочего визита президента в Свердловскую область. Речь шла о создании специальной рабочей группы по продвижению заявки, подключении к заявочной кампании посольства Российской Федерации за рубежом. Открывая в Екатеринбурге «Иннопром-2017», Владимир Путин выразил уверенность, что опыт проведения международной промышленной выставки позволит Екатеринбургу провести «Экспо-2025» на самом высоком уровне. На Среднем Урале объявлено предупреждение первой степени из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. С сегодняшнего дня и до вечера 20 июля в области будет наблюдаться смог. Из-за безветренной погоды смог уже накрывал Екатеринбург на предыдущей неделе. А в ближайшие дни на севере Свердловской области объявлено предупреждение о высокой пожарной опасности. Высока вероятность лесных пожаров. Связан ли с метеоусловиями рейд Государственной инспекции по маломерным судам, расскажет Виктор Малышев, который в составе съемочной группы Новоуральской вещательной компании сегодня общался с инспекторами. На Среднем Урале наступили первые по-настоящему летние деньки. И новоуральцы тут же отправились на городской пляж. Излюбленное место всех горожан. В принципе, здесь неплохо, хорошо. Есть для маленьких, вот там этот... лягушатник называются. Девочки с удовольствием. Я 64 года тут, с 51-го муж. Я с 53-го, он с 51-го. Прожили 64 года. И мы тут каждую елочку знаем, каждый бугорок и каждый камешек. Очень нравится. И такое благоустройство, чисто, культурно. Лучший пляж в Свердловской области. По качеству воды. В волейбол ребята играют. Стоит отметить, что Новоуральский пляж – один из лучших в области уже на протяжении многих лет. Этому способствует множество факторов. Один из них – безопасность. Наш городской пляж в начале сезона, это значит с середины мая, проводились очистка дна пляжа. Все брали от острых, ходящих, режущих, травмирующих предметов. Все. В настоящее время пляжи у нас чистые. За исключением того, если отдыхающие не набросали стекла. Но у нас ежедневно перед заступлением дежурства водолазы проверяют дно, во сколько это реально, потому что видимость у нас не очень-то большая. Но поэтому он старается всегда провести очистку дна. СС провела экспертизу воды, грунта. В данный момент у нас все в норме, как говорится, выдана норма. И поэтому эксплуатация пляжа у нас разрешена. Те, кто следят за порядком на воде, призывают жителей нашего города соблюдать элементарные правила поведения на пляжной территории и в воде. Хочется, конечно, всем сказать, чтобы отдыхали в санкционированных местах, вот такой, как наш пляж. Исключили употребление алкоголя и чтобы следили за детьми. Не оставляли без присмотра. Говоря о маломерных судах, важно сказать, что в Верхневинском пруду горожане часто используют их для рыбалки или отдыха на воде. Съемочной группе Новоуральской вещательной компании предложили принять участие в проверке маломерных судов, которые в момент съемки находились на водной глади озера. Прямо сейчас наша съемочная группа отправится в патрулирование по акватории Верхневинского пруда. Патруль с нами отправилась Елена Тракс, ведущий специалист управления защиты от чрезвычайных ситуаций, которая рассказала нам, что делается для того, чтобы Новоуральский пляж отвечал всем критериям безопасности. Периодически проводятся плановые и внеплановые совещания с водопользователями,
владельцами пляжей и баз-стоянок для маломерных судов с рассмотрением вопроса о мерах, принимаемых по обеспечению безопасности и своевременному оказанию помощи при возникновении происшествий на воде. В процессе патрулирования акватории нам встретились несколько владельцев маломерных судов. Сотрудники ГИМС проверили их на наличие всех необходимых атрибутов. Инспекция по маломерным судам в Шуроне. Документы, пожалуйста. Заверенная копия. Аптечка, пожалуйста. Конец Александрова. Вот впереди с поплавком, вон он намотан. Вот аптечка. Что еще? Якорь. Его пройдено. Вот недавно все поставил на учет. Номера по новым ГОСТам большие. Флаг России. Все как полагается. Как выяснилось, новоуральцы в большинстве своем знают все требования закона и соблюдают их. Несмотря на это, государственная инспекция по маломерным судам регулярно проводит такие рейды. При этом, выходя на воду, каждый несет ответственность за свою безопасность. Важно помнить, что несоблюдение правил безопасности на воде может стоить кому-то жизни. Виктор Малышев, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания. Сегодня исполняется 90 лет со дня образования Государственного пожарного надзора России. История возникновения праздника начинается с подписания 18 июля 1927 года положения об органах Государственного пожарного надзора РСФСР. С этого момента началось проведение планомерных профилактических мероприятий, в первую очередь на всех крупных предприятиях страны. Вопросы пожарной безопасности стали предметом широкой агитации и пропаганды, особенно в жилых помещениях населения. В современной истории этот праздник начал отмечаться только с 2007 года, как оценка важности работы пожарных. Как встретили свой профессиональный праздник новоуральские огнеборцы, узнала Валерия Портнова. Государственный пожарный надзор МЧС России – это целая система предупреждения и предотвращения пожаров. Именно эти люди ежедневно стоят на защите населения от огня. В этом году службе исполняется 90 лет. С поздравлением к сотрудникам Государственного пожарного надзора обратился заместитель начальника отдела подполковник Александр Пожарко. Хотелось бы обратиться к ветеранам, к сотрудникам органов госпожнадзора, поздравить всех с профессиональным праздником, пожелать крепкого здоровья, удачи, благополучия вам и вашим семьям, ну и поменьше нарушений требований пожарной безопасности на работе и в жизни. За 90 лет пожарный надзор прошел много этапов становления и развития, к которым прибавились и мероприятия по надзору не только в области пожарной безопасности, но и по линии гражданской обороны и по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Важность и нужность государственного пожарного надзора отражены в девизе МЧС России «Предупреждение, спасение, помощь». Основная обязанность сотрудников – это профилактика правонарушений в области пожарной безопасности. Предотвратить беду – значит уже спасти чье-то имущество, здоровье, а самое главное – жизнь. Редакция НВК присоединяется к поздравлениям и желает всем ветеранам и сотрудникам Государственного пожарного надзора здоровья, счастья и благополучия. Валерия Портнова, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. Энергетики под запрет. Министерство финансов России предложило запретить производство этих алкогольных напитков для продажи на территории страны. Еще в 2014 году молодежная администрация Новоуральска на антиалкогольном форуме предлагала ввести запрет на реализацию этой продукции. Тему продолжит Никита Евсеев. Министерство финансов России подготовило поправки к законопроекту о регулировании производства и оборота спиртосодержащей продукции, согласно которым предлагается запретить производство алкогольных энергетиков для продажи на территории страны. В частности, предлагается установить запрет на производство, за исключением производства в целях экспорта за пределы России, и оборот, за исключением экспорта за пределы России, алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции. Продукции, содержащие тонизирующие вещества, компоненты. Сюда, кстати, относятся различные алкогольные энергетические напитки, которые пагубно влияют на организм человека. Они содержат кофеин в больших количествах и так называемую гуарану. Это такой своеобразный психостимулятор, который, ну, дает чувство бодрости, энергии, бессонницы и
действие его отнюдь, так сказать, не безвредно и не безопасно. Потому что любое возбуждение может закончиться, ну, в общем-то, чем угодно. Легкие по содержанию этилового спирта напитки прокладывают дорогу для дальнейшего употребления более крепкого алкоголя, которое в дальнейшем может перерасти в алкоголизм. Энергетики производят с различными вкусовыми добавками. Отсюда у молодежи к ним такая любовь. Кстати, напиток сильно газированный, а это способствует быстрому всасыванию алкоголя. Пузырьки, которые там содержатся, они обладают поверхностным натяжением, и они очень быстро всасываются. Алкоголь очень быстро всасывается, да. И это, наверное, замечал, ну, любой человек после фужера шампанского. Это такой своеобразный рауш-наркоз. В 2014 году молодежная администрация выступила на антиалкогольном форуме с предложением о запрете реализации алкогольных напитков. Прошло время, и этот запрет обсуждается на уровне Министерства России. А между тем, в Новоуральском городском округе на учете в наркологии состоит двое несовершеннолетних алкоголиков. Представляете, два подростка уже являются алкоголиками. Что с ними будет дальше? А ведь в нашем городе можно проводить время абсолютно по-другому. Для этого есть все условия. Информация от межмуниципального управления МВД России по Новоуральску. Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, запечатленного на видео. Мужчине, узнавшему себя на видео, а также гражданам, обладающим какой-либо информацией о данном гражданине, просьба обращаться в дежурную часть полиции по адресу: город Новоуральск, улица Ленина, 15, телефоны 8-908-922-4402 или 4-65-56. За предоставление достоверной информации гарантировано вознаграждение. Как приятно летним вечером окунуться в атмосферу музыки и классического романса. Несмотря на период отпусков и каникул, в детской школе искусств Новоуральска идут концерты из серии «Мелодии лета». Вчера всех гостей радовали выпускники школы, которые связали свою жизнь с музыкой и теперь покоряют вершины музыкального олимпа в учебных заведениях Свердловской области, рассказывает Альбина Бабкова. Мелодия новоуральского лета. Первый концерт из цикла летних творческих встреч прошел в детской школе искусств Новоуральска. Отдохнуть душой и прикоснуться к прекрасному смогли все желающие. В этих концертах будут принимать участие выпускники нашей школы, которые сейчас во время летних каникул вернулись домой, в свой родной город. И, конечно же, им хочется поделиться своими новыми навыками, творческими достижениями. И я думаю, что эти концерты как раз откроют для всех жителей города возможность познакомиться с нашими замечательными, одаренными выпускниками. Это и называется преемственность поколений и неравнодушие со стороны педагогов школы искусств. Они участвуют в судьбе своих выпускников, следят за их достижениями, помогают добиваться новых успехов. А те, в свою очередь, радуют горожан своими выступлениями, с каждым годом все более профессиональными. Семья друзей жива была, со всех сторон вручали мне любви слова. Но то был сон. Необыкновенные ансамбли и творческие союзы, чудесное аккомпанирование и, конечно же, русский романс. Не передать словами, насколько сами выпускники горды выступать здесь, в родной школе. Чтобы дарить радость людям, чтобы все узнали, что такое, кто такой Бах, кто такой Машковский, кто такой Лист. Мне кажется, что искусство – это прежде всего нужно. Искусство это вообще несет в себе творение добра и уничтожение всего несправедливого и злого в этом мире. Это их воспоминания, самые теплые воспоминания детства, самые первые робкие шаги в музыке, первые успехи, взлеты и падения. Сюда они будут возвращаться вновь и вновь. Мне нравится возвращаться в стены родной школы, потому что я вспоминаю детство, вспоминаю эти 11 лет, которые меня сопровождали мои любимые педагоги. Ну, это было классно. Бегали, потом нас это чехвостили за это. Альбина.
Альбина Бабкова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Центральный парк культуры и отдыха пополнился новыми скульптурами, правда, из картона. Более 200 новоуральских детей смогли воплотить в жизнь свои самые смелые фантазии. На картонном фестивале «Киндерхаус» или «Детям разрешается шуметь» побывала и наша съемочная группа. Продолжит Виктор Малышев. Построить вот такой дом, посадить яблоню или пальму, или завести вот такого ежика. Здесь, на фестивале «Киндерхаус», это мог сделать каждый. Солнечный выходной день. Парк культуры и отдыха нашего города с самого утра наполнился улыбками новоуральской ребятни. Для горожан распахнул свои объятия картонный фестиваль «Киндерхаус. Детям разрешается шуметь», который в этом году состоялся уже во второй раз. Идея фестиваля получилась вообще спонтанно. То есть я как-то наткнулась в интернете, в некоторых городах проходили уже такие фестивали. Я собирала всякие аналоги и потом по ходу, спустя какое-то время, решила создать у нас в городе такой фестиваль. Целью этого фестиваля было создать некую творческую площадку, в которой ребенок и родители мог совместно, да, потрудиться, создать что-то такое творческое, оригинальное, а потом унести с собой домой. В этом году фестиваль получил поддержку не только спонсоров, но и администрации города, выиграв в конкурсе молодежных инициатив под названием «Навстречу переменам». В прошлом году я проводила фестиваль на собственные средства. В этом году я думала, проводить его, если честно, или нет, потому что финансово было очень тяжело. И как-то я наткнулась на проект. Комитет по делам молодежи объявили конкурс на лучший проект. Вот мы подали документы, собрали все, защищали проект. Вот я выиграла его, и нам город выделил деньги на этот фестиваль. Все, кто принял участие в творческих площадках, не остались без подарков, которые были предоставлены кондитерским объединением «Долматова», картонным заводом «Люкс Крафт» и типографией «Идея Принт». Но главными подарками стало множество ярких моментов, улыбок и хорошего настроения в этот летний день. Буйство красок, фантазия у детей развивается хорошо, приятно. Мне очень понравилось то, что краски были бесплатные. И после, если мы покрасили, ну там, например, ежика, как я красила, нам дали браслеты, и мы за это получаем призы. Мне птичку понравилось рисовать. А где еще участвовала, расскажи. Пока что... Традиция проведения такого фестиваля прижилась в нашем городе. Организаторы надеются, что в следующем году фестиваль возьмет новые высоты по количеству участников, а жители с удовольствием придут и получат бурю позитивных эмоций от новых площадок. Виктор Малышев, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Вниманию горожан в эти дни в Новоуральском округе идут ремонтные работы на железнодорожных переездах. В связи с этим будет затруднено движение автотранспорта в вечернее и ночное время через железнодорожный переезд 449 километр станции Мурзинка с 22 часов 18 июля до 6 утра 19 июля. Пропускать машины будут частично между этапами производства работ. На переезде будут установлены дорожные знаки и информационные аншлаги. А далее в нашем эфире те телезрители, которые смотрят нас на канале ОТВ, увидят программу «Грани», посвященную 25-летию системе ЗАТО, закрытого административно-территориального образования. А телезрители, которые смотрят нас на канале Эхо ТВ 24, увидят программу «Депутатский стаж» с Сергеем Мышевым и сразу после видеоролики к конкурсу «Слава Созидателям». На этом информационный выпуск подошел к концу. Я желаю вам только хороших новостей. До свидания.